Всем привет! Сегодня мы будем стелить линолеум. Сняли мы старое покрытие, разложили линолеум, который раньше купили в магазине, и сейчас надо его подгонять. То есть, видите, с одной стороны мы будем его подрезать, и также будем вырезать место, где стоит у нас печка. И вот тут конец тоже нужно подрезать. Аккуратно подрезаем возле порога, делаем вот такие вот надрезы, и мы подвинем сюда плотно линолеум. Видите, мы сначала примерно отрезали место, где у нас стоит печка, вот такой большой кусок получился, а потом уже будем подгонять. Потому что большой кусок вам сразу точно отрезать будет очень тяжело. Для начала делаем так. Вот линолеум мы подрезали со всех сторон, видите? И оставляем на ночь, чтобы он хорошенько себе полежал и разровнялся. Потому что он у нас был в рулоне и... Возможно, что он потом подастся и будут лишние части. А завтра уже будем цеплять на плинтус. Дальше цепляем плинтус. Вот видите, эта часть плинтуса снялась. Цепляем на дюбеля, а потом вставляем сюда полосочку, которая прикроет все шапочки дюбелей. Для углов, как внутренних, так и внешних, и соединений есть вот такие специальные пластиковые тоже штучки. То есть мы не зарезаем плинтус на угол, а просто покупаем такое соединение. Мы прикрутили плинтус в нескольких местах и теперь цепляем вот такую планку, которая прикроет наши дюбеля. Видите, да? Так вот, легко мы постелили линолеум. Всем удачи, подписывайтесь на мой канал.